Завод крупнопанельного домостроения, структурное подразделение предприятия «Брежилстрой». Такая тесная взаимосвязь организаций позволяет эффективно работать на строительном рынке страны и за ее пределами, оказывать целый комплекс услуг, причем большую часть под ключ. В год своего 35-летия на заводе приступили к очередному этапу модернизации. В первом цеху, это цех, который в 85 году был построен, в дополнение к двум годам прошлым, 18-19, еще один пролет формовочный модернизировать. Что именно мы хотим модернизировать? Мы хотим дооборудовать пролет стендовой линией. Два стенда мы установили в прошлом году, в этом году мы еще 4 стенда установим. И в комплекте со стендами у нас будут еще две машины идти. Это заглаживающая машина для затирки поверхности верхней изделий и машина раскатки тента и чистки. В рамках модернизации, вот это что касается самого такого серьезного мероприятия, контракт уже заключен, контракт на $1 млн, практически там. Почти. В прошлом году вместо устаревшего оборудования запущены две линии стендовой формовки и современная кассетная установка. Продолжением деятельности по модернизации станет замена кранов и еще ряда элементов, что позволит повысить качество домостроения. Замена кранов, два крана, замена кабин на некоторых кранах, также другие виды работ. Это тоже сумма около 4 миллионов белорусских рублей. В этом году будет вложено это без учета вот этого контракта на $1 млн. Работы, запланированные на 2020, стали логическим продолжением того, что было начато в прошлом году. Например, завершается строительство склада готовой продукции арматурных изделий. Это позволит создать больше возможностей для дальнейшего развития производства, важного не только для города, но и для страны. Один из последних проектов – энергоэффективный дом «Брежилстроя» был создан на основе материалов, разработанных на заводе крупнопанельного домостроения. Цех состоит из 5 пролетов, выпускаются и внутренние стеновые панели, и наружный чердак, и плиты перекрытия, и шахты лифтов. Ну, очень-очень многочисленная продукция. Строили мы энергоэффективный дом, в том числе на нашей новой итальянской линии. Отличие там было в основном конструктивное, то есть больше толщина стен, армирование, то есть вот в таком плане, утеплитель, ну это уже больше такое конструктивное, да, решение. Около 11 тысяч кубических метров изделий производит завод крупнопанельного домостроения предприятия «Брежилстрой». Они поставляются как на внутренний рынок, так и за рубеж. Сегодня цель – сделать производство более качественным и безотходным. Мы, в принципе, уже начали прорабатывать вопрос закупки в арматурный цех серьезной линии по сварке сетки. Линия представляет собой автоматическую полностью линию, которая будет с бухт править арматуру и варить арматурные сетки сразу с проемами, то есть безотходное производство будет. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.